Господин президент, скоро, вот уже практически годовщина со дня известных событий, которые имели колоссальные геополитические последствия. Это военная и политическая победа Азербайджана и изменение коренным образом всей ситуации в регионе и в целом в мире. Но тем не менее мы возвращаемся в этот день, 27 сентября 2020 года. Как начинался этот день? Как вам доложили о том, что Армения начала боевые действия, собственно, и как развивались события в этот день? Да, день начался с этого сообщения. Мне сообщил министр обороны о том, что наши позиции на линии соприкосновения и некоторые населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Было принято решение дать адекватный ответ. И таким образом мы вступили в войну, которая, как оказалось, была неизбежной. События развивались очень стремительно. По истечении первого дня военных действий мы освободили стратегически важные высоты в Кельбеджарском районе, в горах Муровдага, в направлении Агдаря, а также 6 сел, 4 в Физулинском и 2 в Джабраильском районе. Нам удалось в первый же день прорвать первую линию обороны противника. И после этого все 44 дня мы шли только вперед. Как вырабатывался план контрнаступательной операции, которая получила название «Железный кулак»? Почему именно это название было принято? И кто принимал участие в выработке под вашим руководством вот замысла и плана контрнаступательной операции? План по ведению боевых действий в стране, которая находилась в состоянии войны, хоть и замороженного конфликта, но в состоянии войны, естественно, на все случаи жизни разрабатывался давно. Естественно, с учетом новых реалий, с учетом новых возможностей, в том числе технологических возможностей Азербайджана, в этот план периодически вносились изменения, и каждый раз эти изменения утверждались мною. Это естественно. Я знаю также, что и у армянской стороны был план действий на случай войны и по существованию его. Начали реализовывать 27 сентября. Таким образом, основа нашего поведения во время войны была разработана, естественно, задолго до начала боевых действий в прошлом году. Но в течение хода военных операций мы вносили изменения. Это было обусловлено, во-первых, тем, что за долгие годы избежать какой-то, даже хоть и небольшой, утечки информации было невозможно. Мы предполагали, что противник, в общем-то, осведомлен о предполагаемых наших действиях. Зона боевых действий достаточно ограничена, и любой военный специалист, естественно, может определить, где будут проходить основные операции. Поэтому мы вносили, можно сказать, ежедневно коррективы в план боевых действий. Каждый день я проводил совещания с руководством Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки. На этих совещаниях мы подводили итог прошедшему дню, выявляли недостатки и также планировали и утверждали действия на следующий день.
Поэтому вот шла такая, скажем, очень такая активная, каждодневная работа. И во многих случаях и ход военных действий известен сейчас уже. Для противника было большой неожиданностью наши действия и наши операции. Что касается названия операции, естественно, в начале военных действий у нашей операции никакого названия не было. Выражение «железный кулак» я использовал несколько раз во время своих обращений азербайджанскому народу, когда сообщал о освобожденных городах и селах. Несколько раз я этот термин использовал и говорил, что наш железный кулак разобьет голову врагу, если они по своей воле не уйдут со всех оккупированных территорий. И уже как бы этот термин был воспринят обществом, и потом я решил его, если можно так сказать, формализовать и назвать операцию. Но это было, опять же, уже в течение хода военных операций. Война – это всегда испытание на прочность всей системы государства, государственного управления, воли народа. Не секрет, что в условиях, когда часть территории Азербайджана находилась долгие десятилетия под оккупацией, Азербайджан готовился к этой войне. Не могли бы вы охарактеризовать ход тех политических, экономических и других преобразований в Азербайджане, которые позволили иметь тот военный потенциал, который в конечном итоге помог одержать победу? Да, вы совершенно правы. Мы, естественно, должны были в течение короткого времени, даже в ходе ведения операций, очень активно провести работу по мобилизации наших ресурсов, и людских ресурсов, и технических ресурсов. И должен сказать, что в течение вот этих 44 дней мы сформировали еще один армейский корпус за короткое время. Мобилизация личного состава этого корпуса была осуществлена всего за 2 дня. И также они были обеспечены и соответствующие, естественно, всеми необходимыми вооружениями и техническими средствами. Мы также мобилизовали наши технические возможности, которые позволили нам более эффективно вести контрнаступательную деятельность. Большая работа была проведена по обеспечению безопасности населения, которое проживало вблизи от зоны соприкосновения. В этих районах у нас проживали сотни тысяч человек, которые находились под каждодневным обстрелом армянской артиллерии. Поэтому частичная эвакуация населения также была проведена, хотя должен сказать, что основная часть жителей этих сел и городов остались в своих домах и сказали, что никуда они со своих земель не уйдут. Но, естественно, мы на протяжении долгого времени работали над укреплением нашего потенциала, в первую очередь обеспечение экономической независимости. Потому что без этого мы были бы зависимы от каких-то финансовых вложений, либо кредитных ресурсов. И, естественно, не могли бы позволить себе модернизировать вооруженные силы. Поэтому практически с первого дня пребывания на посту президента началась работа по обеспечению экономической независимости. Мы ее достигли, считаю, где-то лет за 6-7. К 2010 году уже полностью Азербайджан был способен осуществлять независимую экономическую политику и реформы, и огромные инвестиции в инфраструктуру. Конечно, модернизация вооруженных сил с точки зрения закупки современных образцов военной техники шла быстрыми темпами. Эти данные всегда публиковались, они в открытом доступе, и все знали, у кого сколько и что мы покупаем. И, конечно же, велась большая повседневная работа над повышением боеспособности вооруженных сил,
поскольку хорошо известно, что какими бы техническими средствами страна не обладала, без боеспособных вооруженных сил выиграть сражение, тем более войну, тем более в таких неблагоприятных географических условиях было бы невозможно. Комплекс этих мер по существу и привел к тому, что мы создали очень мощную военную составляющую, и война, Вторая Карабахская это показала. Также мы продемонстрировали свои возможности, очень ограниченные, в ходе боевых действий апреля 16 года, когда была освобождена часть оккупированных территорий, и мы дали возможность армянской стороне принять важные решения по деоккупации. К сожалению, наши действия тогда, когда мы остановились, были неправильно истолкованы армянской стороной, за что они поплатились. Также мы продемонстрировали свои возможности ведения операций, скажем, бескровных во время операции на границе Нахчеванской автономной республики и Армении в 2018 году в мае. Поэтому мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны. Естественно, трезво оценивали, в отличие от армянской стороны, возможности противника и стремились использовать рычаги влияния для того, чтобы заставить Армению добровольно покинуть оккупированную территорию. И все мои призывы к международным структурам о введении санкций против Армении имели эту цель. Потому что если бы это произошло, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории, и война бы не произошла. Но, к сожалению, этого не произошло. Армянское руководство в последний период перешло к открытым провокациям. Заявление руководства Армении о том, что Карабах – это Армения и точка, по существу означали выход из переговорного процесса. А заявление министра обороны Армении, которое он сделал в Америке, что Армения готовится к новой войне за новые территории, была открытая угроза и демонстрация, скажем, наплевательства к элементарным нормам здравого смысла и международного права. Поэтому все к этому шло. И если посмотреть хронологию, предшествующую началу военных действий, это июль, когда была учинена провокация на государственной границе и погибли наши мирные жители и военнослужащие, и август, когда была заслана диверсионная группа, которая была обезврежена в Гюрамбойском районе, ну и сентябрь, о чем уже всем известно. Во время войны всегда обращают внимание на лидеров, на верховных главнокомандующих. Все видели, насколько вы были спокойны, невозмутимы и в то же время уверены. На чем основывалась вот ваша такая, я бы сказал, твердость, уверенность и спокойствие? На понимании исторической справедливости этой войны, на понимании того, что вы, как верховный главнокомандующий, имеете одну из лучших армий в регионе. Вот основа этого спокойного, уверенного поведения, которое было исключительно достойно, особенно на фоне всех, ну, я сказал бы, телодвижений противоположной стороны армянской. Мне трудно сказать, как бы вот дать сразу ответ на этот вопрос. Я думаю, что здесь, наверное, играют роль какие-то характерологические особенности. Я, в принципе, человек уравновешенный, спокойный. Я неоднократно говорил и в своих интервью, что любой государственный деятель, а тем более занимающий позицию первого человека в государстве, должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей. И у каждого человека есть эмоции, и, естественно, мы их проявляем, но за долгие годы работы я, наверное, выработал в себе
какие-то качества, которые мне позволяют абстрагироваться от этого. Во время ведения военных действий ни разу мы не поддались на провокации. Даже когда бомбили наши города, убивали наших детей и женщин, мы не отвечали Армении тем же самым. Мы не бомбили их города, хотя понять эмоции, которые нас переполняли, было можно. Мы не совершали военных преступлений, и мной в первый же день военных действий были даны очень жесткие указания военнослужащим, что будут строго наказываться те, которые позволят себе военные преступления. Думаю, что вот факторы, о которых я говорю, плюс, конечно же, уверенность в своей правоте и характеризует то, о чем вы говорите. Ну и потом, вы знаете, это тоже очень важно для общества и для военного командования. Когда военное командование видит, что президент спокоен, уравновешен, уверен в себе, уверен в победе, это их окрыляет. И это они передают своим подчиненным. Это идет каким-то таким электрическим зарядом сквозь всю пирамиду военного командования до рядовых. И то же самое передается и обществу. Плюс с первых же дней военных действий мы вкусили радость победы, которую ждали так долго. Я уже сказал, что в первый же день были освобождены населенные пункты. И общество практически каждый день ждало от меня новых сообщений в Твиттере, либо моих обращений к народу. И когда несколько дней этого не происходило, уже думали, что случилось. Уже все привыкли к тому, что мы идем вперед, хотя многие, конечно же, понимали, что война – это непредсказуемая вещь. И с учетом рельефа, с учетом этих укрепрайонов, многочисленные линии обороны, продвигаться теми темпами, которые мы осуществляли, было очень сложно. И более того, мы все операции планировали так, чтобы осуществлять их минимальными потерями. Поэтому это тоже воспринимается с удивлением, что страна, которая вела контрнаступательные операции, потеряла намного меньше, чем та страна, которая постоянно, как они говорили, тактически отступала. Так что, думаю, вот такая вот палитра этих факторов и придавала уверенности и мне, и армии, и народу. У любой войны есть определенная хронология. Как бы вы могли бы охарактеризовать вот основные этапы операции, которые завершились победой, начиная с 27 сентября и заканчивая, собственно, взятием стратегически важного и исключительно символического города, имеющего особое значение для Азербайджана, город Шуша? Это основной ход операции. Я думаю, что из таких важных этапов, конечно, это первый день, это прорыв первой линии обороны противника, линия обороны, которая укреплялась на протяжении почти 30 лет. И сейчас уже тот, кто посещает освобожденные территории, видит эти рвы, там часть еще осталась этих противотанковых ежей, колючей проволоки, минные поля. Все было заминировано. Сотни тысяч мин до сих пор там находятся. Поэтому это было важным, потому что если бы нам не удалось в первый же день прорвать линию обороны, нам было бы сложнее. И с точки зрения ведения военных действий, с точки зрения морального духа вооруженных сил, это сыграло очень важную роль. И думаю, что вот Вторая Карабахская война очень показательна для многих именно в плане слагаемых факторов, которые вели к успеху. Также я бы отметил важность проведения Гадрутской операции, поскольку нас там не ждали, и армянская сторона не предполагала, что мы пойдем этим путем. И для них это было неожиданно. И несколько дней после взятия Гадрута
армянская сторона заявляла о том, что Гадрут у них, хотя в Гадруте уже на всех высотах были наши, а понимание того, что значит город взят или не взят, у армянского руководства было несколько дилетантским. Взяв все господствующие высоты над Гадрутом, по существу судьба этого города была решена. И был просто вопрос времени, когда мы физически туда зайдем, опять же, с минимальными потерями. И только когда мы показали, как военнослужащие, водрузив флаг над зданием администрации, рапортуют мне о взятии Гадрута, у армянской стороны уже не было аргументов дальше сочинять небылицы. До Гадрута был освобожден город Джабраил в начале октября. Это было важно с символической точки зрения, поскольку это был первый город. До этого мы освобождали села и поселки. И, конечно же, важным этапом было освобождение города Физули 17 октября, поскольку это крупный город в Карабахском регионе. Это второй после Агдама по численности населения. Также я бы отметил, конечно, взятие населенных пунктов Султанлы и Амирварлы. Почему? Потому что там был очень мощный укрепрайон. И несколько дней нам пришлось очень вести активные военные действия, чтобы сломить сопротивление противника. В некоторых направлениях противник бросал оружие и убегал. Они сами признали, что у них было 10 тысяч дезертиров, а в некоторых населенных пунктах они стояли до конца. Мы это должны отметить, и я думаю, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что в некоторых операциях армянская сторона проявляла стойкость. И ни в коем случае нельзя и недооценивать противника, и принижать или умалять достоинство. Поэтому вот освобождение Султанлы и Амирварлы, это был путь на Зангилан, имело очень важное значение с точки зрения дальнейшего хода событий. Что касается вот взятия города Зангилан, вот он уже по существу, они оттуда убегали. Поскольку сил сопротивляться не было. Плюс еще во время военных действий первого периода ими были допущены ошибки, когда они пытались контратаковать, что было совершенно глупо с военной точки зрения. Вместо того, чтобы укреплять оборону, они бросили силу на контратаку и были полностью уничтожены. Ну и, конечно, дальнейшие операции, я бы отметил, это освобождение Кубатлы и выход на юг Лачинского района, освобождение сел Лачинского района Гюлябирт и других, которые позволили нам контролировать Лачинский коридор. По существу он был уже под нашим контролем. Ну и, конечно, венец нашей победы – это Шушинская операция. Любой, кто едет сейчас в Шушу, дорогой победы, может увидеть, откуда мы туда шли. Это была просто мобилизация невероятных физических, моральных усилий, причем это долгие дни в лесах, бездорожья, с легким вооружением, без устали идти столько и еще потом освобождать Шушу. Это беспримерный подвиг, героизм. И, конечно же, взятие Шуши это сломало хребет врагу, и после этого практически враг сдался. Любая война, современная особенно, она носит гибридный характер, и информационная составляющая не менее важна, чем военная. Мы видели, как работала армянская пропагандистская машина, видели, как отвечал Азербайджан. Для очень многих российских телезрителей памятно
вот тот эфир программы «60 минут» на канале «Россия» в вечернее время, прайм-тайм. Десятки миллионов россиян смотрели этот эфир, и выступали вы, выступал господин Пашинян, и ну, очень многие, опять же, не хочу бросать камень в адрес господина Пашиняна, но, знаете, это был такой, я бы сказал, политический информационный триумф, насколько вы четко, спокойно, железобетонной логичностью изложили вашу позицию. И мы видели вашего оппонента, который, мягко говоря, выглядел неубедительно. Вот эта вот информационная составляющая, борьба за умы, за, скажем, отношения международного сообщества. Здесь, безусловно, и Азербайджан, и лично вы, господин президент, ну, показали образцы современной дипломатии, я бы сказал, может быть, те вещи, которые войдут и в историю мировой дипломатии. Вот как удавалось вот на этом информационном фронте противостоять и двигаться вперед? Это также сложилось, я скажу, как бы спонтанно, потому что с первых же дней боевых действий к конфликту был повышен интерес в мировых медиа и в российских, и в западных, и в странах соседних. И я отвечал согласием на все обращения, потому что считал нужным довести до внимания общественности как можно больших стран правду о ситуации, что происходит, в чем были причины конфликта, кто является оккупантом, а кто жертвой оккупации, потому что на протяжении десятилетий армянская пропаганда, которая достаточно эффективна во многих странах, и диаспорские организации создавали ложное представление о конфликте. Ведь если даже посмотреть на начало военных действий и те решения, которые были приняты некоторыми странами, они просто никакой логике не поддаются. Когда Азербайджан подвергся оккупации, Конгресс США принял такую злополучную поправку к акту о поддержке свободы, поправку номер 907, которая лишала Азербайджан прямой военной помощи, прямой помощи, не только военной, США. И мы, пострадавшая страна, были по существу дискриминированы. А значит, обоснование этой поправки, которые, кстати, к принятию этой поправки сыграли очень большую роль и последующие руководители США, которые занимали и занимают очень высокие посты в администрации. Значит, причина, как бы обоснование было то, что Азербайджан блокирует Армению. Ну вот представьте, вот оккупированный Зангиланский район, да, и Кубатлинский, и, значит, Лачин и Кельбеджер, и вот это называется блокадой Армении. То есть, вот я к тому говорю, что диаспорские организации и также подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта. То есть то, что Армения – агрессор, оккупант, который совершил этнические чистки, геноцид Ходжалы, разрушил все исторические и культурные здания, это все скрывалось. А мы представлялись как какой-то монстр, как страна, значит, тоталитарная, авторитарная, не иначе, как диктаторский режим Алиева. Меня не называли ни «Вашингтон-Пост», ни «Нью-Йорк Таймс», ни «Фигаро», ни другие средства массовой информации США, Франции, Германии и других стран, многих. И тем самым армянская диаспоральная власть, она намного более могущественная, чем власть Республики Армения, она создавала такой фон и давала посыл, что вот в такой диктаторской стране армянское население не может чувствовать себя безопасно, хотя Азербайджан – многонациональная, многоконфессиональная страна, и все здесь живут в мире и согласии. И вот поэтому как бы Нагорный Карабах должен отделиться, и Нагорный Карабах должен иметь независимый статус. Вот такая фабула
вокруг которой все это формировалось. И, конечно же, нам с несопоставимыми медийными ресурсами по сравнению с армянским всемирным правительством было очень трудно доводить правду. Вот конфликт, он привлек внимание медиа, и я использую эту возможность для того, чтобы довести правду о том, что происходило. И то, что я говорил, все документально можно подтвердить. Я ни одного слова не сказал, которое бы не соответствовало исторической правде, либо тому, что происходило каждодневно на поле боя. Армянская сторона врала своему народу, врала мировому сообществу о том, что происходило во время войны и о том, что происходило до того. И поэтому, конечно, я думаю, в первую очередь их тезисы были неубедительными. И по существу они дискредитировали себя, и мы смогли довести правду о том, что произошло. Я, кстати, благодарен каналу «Россия» за то, что организовали вот этот эфир, где мы в прямом эфире могли выразить свою позицию. И когда вот идет такой честный поединок, будь то на поле боя, будь то в информационном пространстве, шансов у армянской стороны, конечно же, не могло быть. 44-дневная война сегодня изучается в генеральных штабах ведущих стран мира. И в первую очередь многие уже военные эксперты мирового уровня называют ее войной дронов. Конечно, это, знаете, такая как бы визитная карточка, можно сказать, Второй Карабахской войны, насколько масштабно, эффективно Азербайджан использовал все классы беспилотников. Это война 21 века, одновременно находилось огромное количество беспилотных летательных аппаратов, которые выполняли функцию разведки, а поражение выявленных целей. Вот как вы могли бы, как верховный главнокомандующий, сказать вот об этом феноменальном, успешном опыте боевого применения? Потому что до этого конфликта не Соединенные Штаты Америки, не даже Израиль не имели примера вот такой высокотехнологичной, успешной, эффективной войны. Как это удалось? Благодаря чему? Вы совершенно правы. До Второй Карабахской войны в таком масштабе, с такой эффективностью беспилотные летательные аппараты не использовались. Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже, если память не изменяет, более 10 лет. И это были средства поражения израильского производства. Мы их освоили и применили их во время кратковременных боевых действий апреля 2016 года. Это было неожиданностью для армянской стороны. Но, опять же, возвращаясь уже к тому, о чем я говорил, мы не стали усугублять тот конфликт, потому что у нас не было намерений как бы широкомасштабных военных действий, поэтому это быстро закончилось. Впоследствии мы стали приобретать и другие, то есть в апреле 16-го мы использовали «Хороб», потом мы начали приобретать и другие беспилотные средства израильского производства, а именно Sky Striker. Это сейчас уже ни для кого не секрет, поэтому нет смысла это скрывать. И другие, и Orbiter, и, как вы сказали, разведывательные, и боевые. На то время турецкий военно-промышленный комплекс еще не приступил к производству БПЛА. Как только приступил, мы были первыми, я думаю, иностранными покупателями Байрактар ТБ-2, который также себя очень эффективно проявил в плане разведки и в плане нанесения точных ударов. Ну, конечно, необходимо было провести такую координацию и распределение обязанностей, если можно так сказать,
между беспилотными летательными аппаратами. Что касается Байрактара ТБ-2, то во время боевых действий несколько из них постоянно были в воздухе. Конечно, иной раз погодные условия создавали препятствия, но поскольку большинство дней погода была ясная, поэтому они работали практически ежедневно, может быть, за какими-то небольшими перерывами. Вот скоординировать и сопоставить израильские и турецкие БПЛА, конечно, требовало большое мастерство. И перечень целей у них был разный, поскольку поражающая мощность баражирующего боеприпаса выше, чем ракета «Рокетсан». Поэтому стратегические цели, крупные цели были поражены «Харпами», а значит, бронетехника и другие цели в основном поражались Байрактарами, ТБ-2. Ну, как вы знаете, Харуп – это оружие единовременного пользования, поэтому мы как бы очень тщательно выбирали цели, которые стоят того, чтобы ударить по ним Харупы. Помимо этого, конечно, и вы правильно отметили, что они, Байрактары ТБ-2, носят и разведывательный характер, и поэтому важно было координировать их действия с системами артиллерийского огня, системами нашей авиации. И это, конечно, требовало огромного профессионализма, навыков, поскольку это очень непросто. Очень непросто. И я должен сказать, что во время ведения военных действий вот в этой сфере у нас ошибок не было. Были ошибки, были недостатки, мы их знаем, мы их исправляли по ходу ведения войны. Я далек от того, чтобы идеализировать, значит, каждый наш шаг. Мы должны говорить правду и своему народу, и в том числе и армейскому руководству. Я выговаривал не раз за просчеты, но они не носили фундаментальный характер. А что касается применения беспилотных летательных средств, тут ошибок у нас не было. Тем более, вот вы в начале интервью сказали, что одна из задач, которую вы ставили при проведении контрнаступательной операции, это была минимизация исключения потерь среди мирного населения. Высокоточные беспилотники, они действительно обеспечивают точечное поражение именно военных целей, плюс несколько систем контроля. И в этом плане вот столь успешный опыт он подтверждает. Вот прежде сказанный вами вот этот тезис о том, что ставилась задача вести войну на основе международного права, соответственно, тех конвенций и, безусловно, избирательного поражения именно военных целей. Да, вы совершенно правы. И именно поэтому в армянской стороне очень мало жертв среди мирного населения, порядка 30, по нашим данным. И они, по-моему, эти данные не оспаривают. И то из них большинство – это те гражданские лица, которые находились около артиллерийских орудий, там или подносили боеприпасы, или сами из них стреляли. Вы совершенно правы, что использование Байрактаров ТБ-2 нам очень помогло в ведении боевых действий, расчистки, значит, путей для проникновения наших вооруженных сил и занятия новых позиций, а также минимизации потерь. За время войны мы уничтожили и взяли как трофеи 366 танков. Уничтожено огромное количество еще бронетехники, артиллерийских орудий. И Байрактары ТБ-2 уже вселяли ужас противника. И многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою. То есть экипаж выдвигался на какие-то позиции, армянский экипаж. Потом они выпрыгивали из этих танков и разбегались, потому что боялись попадания Байрактаров ТБ-2. Мы это
ежедневно фактически, практически демонстрировали в интернете. И, естественно, это вселяло ужас военнослужащих врага. Поэтому многие танки, я как уже сказал, были просто ими брошены. Еще одна, скажем, страница Второй Карабахской войны, которая привлекает, опять же, пристальное внимание ведущих военных исследовательских центров во всем мире, это действия сил специального назначения Азербайджана, которые наглядно мы увидели, ну, в частности, при операции по освобождению города Шуша. Известно, что это были силы специального назначения, в том числе не только, которые замыкались на Министерство обороны Азербайджана, но и на другие структуры, специальные службы. Насколько можно было бы вот дать характеристику именно этим боевым операциям сил специального назначения Азербайджана? Да, вы совершенно правы. Силы специального назначения Министерства обороны сыграли решающую роль в проведении важнейших операций по освобождению оккупированных территорий. В первую очередь Шушинская операция, но и не только Шушинская операция. Они участвовали самоотверженно, идя на смерть во многих операциях. И продемонстрировали и профессионализм, и самопожертвование. Я всегда уделял особое внимание силам специального назначения, их деятельность, амбудирование, каждодневная, значит, тренировка были под регулярным моим контролем. Я неоднократно с ними встречался и видел, что мы на самом деле создали очень боеспособную военную единицу, которая может решать очень сложные вопросы. И если опять вернуться к ходу боевых действий, ведь сам рельеф местности был для нас очень невыгоден. Мы, по существу, взбирались в горы. Армянская сторона заняла все ключевые позиции на высотах. Несколько линий обороны. И рельеф – это тоже линия обороны, это тоже укрепление. Поэтому нам пришлось проявить, в общем, так, чудеса профессионализма и воли, и силы, и любви к родине. Так что я очень высоко ценю их деятельность. Ну и, как вы правильно отметили, мы создали несколько спецназов в различных структурах. В военных действиях очень активно и эффективно участвовал спецназ пограничных войск, принимал участие в освобождении многих населенных пунктов. Также хотел бы отметить спецназ внутренних войск, МВД, тоже активно подключился уже в ходе военных действий, поскольку изначально мы не предполагали их использовать, хотя их тоже готовили и оснащали, и в том числе и погранслужбу оснащали боевой техникой, может быть, не совсем свойственной их роду деятельности прямому, и внутренние войска. То есть я создавал такие боеспособные мобильные военные группировки, которые помимо своих прямых обязанностей могли бы выполнять и функцию по освобождению территории. Также мы на определенном этапе военных действий привлекли спецназ отдельной общевойсковой армии Нахчевана, которые были командированы из Нахчевана, значит, и участвовали с другими представителями сил специальных назначений в боевых операциях. Активно проявили себя эффективно также морские пехотинцы и силы специальных операций, службы государственной безопасности и службы внешней разведки. Таким образом, у нас было 7 спецназов, но, конечно же, основную функцию выполнял спецназ Министерства обороны, и координация действий между ними также имела очень большую важность, поскольку многие операции они проводили совместно,
И здесь слаженность их действий имела очень важную роль в успехе той или иной операции. На некоторых военных учениях, которые мы проводили в предыдущие годы, мы проводили вот совместные военные учения спецназа, значит, Министерства обороны, погранслужбы, внутренних войск, как бы тестировали их координационную деятельность. Но одно дело, когда это на учениях, другое дело, когда во время войны, что они все проявили героизм, были награждены высокими орденами, медалями, и мы можем ими гордиться. В ходе Второй Карабахской войны Армения неоднократно наносила удары, в основном в ночное время, с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов по азербайджанским городам. Мы помним эти чудовищные ночные кадры. И планирует ли Азербайджан... Да, хотел бы отметить, вы уже об этом говорили, и все помнят ваше обращение, когда вы сказали, что Азербайджан будет воевать честно. Мы не будем отвечать такими ракетными ударами на те атаки, которые проводила Армения. И вот в этой связи планирует ли Азербайджан инициировать создание некого органа, может быть, Международного военного трибунала, какие-то другие, может быть, структуры, для того, чтобы дать международную правовую оценку вот этим преступлениям против человечности, потому что нет ни военного оправдания, ни политического вот тем ракетным ударам, потому что подвергались атакам гражданское население. И мы помним, что известная доктрина Танаяна, она как раз и предусматривала подобного рода действия. Вы совершенно правы. За время войны все увидели, кто есть кто. Кто ведет честный бой, а кто подло атакует спящие города. Причем самое интересное в том, что после ударов оперативно-тактическими ракетами жилых кварталов в Гянже ночью спящим людям и детям, армянское руководство заявляло, что они к этому не имеют никакого отношения. Знаете, какой-то уровень цинизма запредельный. А кто? Это что, мы сами ударили? То же самое они говорили многие годы, что азербайджанцы сами устроили геноцид Ходжалы, чтобы обвинить армян. То есть цинизм, который, наверное, не имеет аналогов в мире. Хотя всем маломальски знакомым людям с такого типа ракет известно, что дается задание, выбирается цель, и она идет точно в цель. То есть цель была именно уничтожение гражданского населения на главном проспекте города Гянджи. Это вот и показатель их политики и качеств, я бы сказал. Ну и больше всего, конечно, пострадал город Тертер, потому что он в самой непосредственной близости находился, и ежедневно он обстреливался артиллерией. Туда было выпущено более 16 тысяч снарядов по маленькому городку. Тем самым они пытались выместить какую-то злобу или отомстить нам за поражение на поле боя. Это первое. Второе. Они думали, что они нас остановят. Они думали, что люди, которые пострадали, будут требовать от власти остановить военные действия. Расчет был такой. Но они просчитались. Они нас недооценили и с точки зрения боеспособности армии, и с точки зрения морального духа азербайджанского народа. Люди, пострадавшие, которые потеряли близких, которые сами еле-еле выбрались из-под завалов, говорили, что идите только вперед. Я получал огромное количество обращений, писем, что мы готовы погибнуть, но мы должны вернуть свои земли. И это тоже не сработало. И должен сказать, что этот расчет был также у некоторых и западных кругов.
потому что мне во время некоторых интервью или бесед после интервью некоторые западные корреспонденты говорили с удивлением, что вот мы были на похоронах погибших, значит, вот от армянских обстрелов, и мы там не увидели никакого недовольства, наоборот, все говорят о вас, все вас благодарят, все хотят, чтобы вы довели дело до конца. Вот такая была картина ситуации. Что касается трибунала, знаете, ну, хорошо известно, что Международный трибунал по военным преступлениям – это институт достаточно политизированный, основанный на двойных стандартах, на выборочности подхода, и события последних лет неоднократно это доказывали. С учетом такого лоббистского потенциала Армении, который имеет на Западе, с учетом особых отношений Армении со многими странами Запада, трудно рассчитывать, что нам удастся этого добиться, скажу совершенно искренне. А если даже удастся, нет гарантии, что это будет честный суд, а не превратится в очередной инструмент очернения Азербайджана. Но наряду с этим, естественно, все факты военных преступлений во время войны задокументированы. И, естественно, мы будем предпринимать серьезные юридические действия по привлечению к ответственности военных преступников. Также ведется работа, она уже близится к завершению, по оценке ущерба, который был нанесен за годы оккупации. Мы привлекли международные компании, юридические компании, которые проводят оценку, которые потом будут нам помогать в международных судах с юридическими исками, потому что Армения должна ответить за преступления, за разграбление нашего имущества, за уничтожение исторических памятников, собственности граждан, за вырубку лесов, за загрязнение наших рек и озер. Это все подсчитывается за незаконное использование наших полезных ископаемых на оккупированных территориях. То есть мы эту работу ведем целенаправленно. Уже подготовлены юридические процедуры, значит, в отношении тех иностранных компаний, которые незаконно добывали полезные ископаемые. Сейчас этот процесс уже в стадии реализации, так что мы, естественно, будем использовать все возможные инструменты для привлечения к ответственности преступников. Трехстороннее заявление поставило точку в этой войне, оказавшись в безвыходной ситуации. Армения капитулировала. Мы помним все известные кадры, триумф Азербайджана. Вот как принималось вот это решение? Что осталось, может быть, за кадром? Может быть, какие-то подробности, которые сегодня можно рассказать вот об этой политической кухне, потому что все прекрасно понимали. Для многих это стало неожиданностью, да, вот такой триумф. Все понимали, что Армения проигрывает, но вдруг внезапно фактически акт, ну, давайте называть своими именами, акт о безоговорочной капитуляции господин Пашинян подписал, правда, отказавшись сделать это в прямом эфире, в отличие от вас и президента России Владимира Владимировича Путина. Вот как, вот механизм, вот? Ну, знаете, практически с первых же дней военных действий я и в интервью с журналистом, и в своих выступлениях, обращениях к азербайджанскому народу неоднократно говорил, что мы готовы остановить войну, как только премьер-министр Армении назовет дату вывода с оккупированных территорий. Это я также говорил многим западным лидерам, лидерам западных стран, которые мне звонили во время военных действий и требовали или просили остановиться. Я говорил, я готов. Я даю слово, я всегда слово держу, но дайте мне дату. Вы хотите, чтобы война остановилась? Я тоже хочу. Дайте дату, поговорите с руководством Армении. Мне нужна дата, когда освободятся территории, нам война не нужна. И неоднократно в течение военных действий я это говорил публично.
Также, естественно, мы были в регулярном контакте с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на разных этапах военных действий. После того, как начались военные действия, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения, традиционно. Я поздравляю его с днем рождения. И вот это был первый наш телефонный контакт с момента, уже 10 дней прошло после военных действий. И мы тоже обсуждали вопросы, как, что сделать, чтобы война была остановлена. У меня были предложения. Владимир Владимирович частично это уже в одном из своих интервью осветил. Также слишком деталей вдаваться не хочу, но известно уже, что эти предложения поддержала и российская сторона, но армянская сторона отказалась. И я думаю, совершила трагическую роковую ошибку, потому что если бы они приняли бы тогда предложенный мной план, который был поддержан Россией, то поражение не было бы для них столь унизительным, и тысячи военнослужащих из нашей стороны, с армянской стороны остались бы живы. То есть вот за смерть этих людей виновато именно армянское руководство, которое как минимум дважды за время военных действий упустило этот исторический шанс. Они рассчитывали на то, что их западные друзья им помогут. Они предъявляли открытые претензии России, что почему Россия за них не воюет, хотя позиция России была полностью в соответствии с международным правом, потому что военные действия велись на территории Азербайджана и не в зоне ответственности ОДКБ, о чем они должны были сами прекрасно знать. Тем более было несколько удивительно апелляция к ОДКБ, тому самому ДКБ, который Пашинян и его приспешники как могли дискредитировали, арестовав генсека ОДКБ. Вообще это вопиющий факт вообще в мировой практике, я думаю, такого не было. Блокируя назначение нынешнего генсека ОДКБ в течение года, по существу ведя себя вызывающе, и совершенно это поведение не соответствовало месту, роли и значимости Армении на карте мира. Поэтому, еще раз возвращаясь к тому, о чем я говорил, неоднократно я эти заявления делал. Эта позиция была известна Владимиру Владимировичу Путину. И после того, как мы освободили город Шуша, Владимир Владимирович мне позвонил и сказал, что армянская сторона готова выполнить то, что она должна была выполнить. И я сказал, спросил, вы как бы остаетесь на своей позиции? Я сказал, да, я свою позицию не меняю. Если они дают нам даты вывода своих войск с оставшихся оккупированных территорий, мы остановимся. Это было 8 ноября вечером. А 9 ноября мы договорились созвониться вновь, потому что Владимир Владимирович очень играл активную роль, как бы он мои месседжи передавал Пашиняну, от него месседжи передавал мне. До глубокой ночи это длилось, с раннего утра 9 ноября. И, конечно же, очень много было вопросов, которые надо было согласовать. Это все проходило в таком авральном режиме. Представьте, за один день согласовать текст между двумя враждующими странами. Естественно, этот текст он должен был учитывать реалии. И он учитывал эти реалии. Он учитывал, что Азербайджан – это страна-победительница, а Армения – это страна, которая капитулировала. И вот это согласование, оно шло до глубокой ночи и перевалило за полночь. И уже по бакинскому времени, это было 10 ноября, поэтому мы его и называем. Заявление вот 10 ноября, по Москве это было 9. И вот текст был в конце согласован. Значит, предполагалось, естественно, его
подписания, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, что Пашинян подписывал это тоже в присутствии нас. Ну, президент России человек очень деликатный, очень тонкий и ко всем относится очень уважительно. И я сказал, что я не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то элементы, связанные с унижением, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить. Поэтому я согласился, что мы будем подписывать это вдвоем. Но, естественно, с гарантией, что Пашинян это тоже где-нибудь подпишет. Где он это подписал, до сих пор неизвестно. Я неоднократно публично задавался этим вопросом, но ответа не получил. Может быть, по прошествии года уже мы это тоже узнаем, просто для истории. Вот примерно пока вот в этом объеме то, что я могу сказать об этом дне. Ну, все помнят, что, одержав эту победу, все помнят эти кадры, вы и первая леди посетили могилу вашего отца, Гейдара Алиева. Его помнят в России как, в том числе и выдающегося государственного деятеля Советского Союза, дальше человека, который спас Азербайджан фактически от исчезновения с политической карты мира. И, собственно, с его приходом во власть Азербайджан получил мощную позитивную динамику движения вперед. Вот. Помним эти кадры. Вы, первая леди, ваши глаза, ваше лицо. О чем вы думали в этот момент? Может быть, что вспоминали? Какие эмоции были у вас? Эти такие были смешанные чувства, потому что это было очень как-то вот так. Еще, как говорится, не прошло время, чтобы это можно было переварить. По существу, уже 7 ноября мы уже по существу были уверены, что Шуша будет освобождена, но еще где-то кое-где еще шли военные действия. Но уже в ночь на 8 ноября мы уже объявили о том, что Шуша освобождена, и я утром уже сделал это обращение. Поэтому все было как бы так еще очень свежо, и гамма чувств была, которая переполняла. И, конечно, посетив аллею шахидов и посетив могилу отца, или чувство гордости в первую очередь, я отдал ему воинскую честь и доложил о выполнении исторической миссии, выполнении его завещания. И чувствовал чувство гордости. Сожаление, что он это не увидел, но какую-то внутреннюю уверенность, что, наверное, его дух витает и также, наверное, радуется его душа. Но тогда еще не было полной победы. Я также думал о том, что нам еще предстоит, потому что я тогда не мог предположить, что война закончится на следующий день. Мы не получали тогда сигналов от армянской стороны. Наоборот, они использовали некоторые вооружения для того, чтобы бомбить, значит, наш военный гарнизон, который уже Шушу освободил. Это было 8 числа утром. Поэтому я также думал о том, что нам предстоит еще воевать. И думал, что не время радоваться. Нужно сейчас делать все, чтобы освобождать и другие территории. Вот об этом я думал. И уже когда, 8 числа вечером, уже планировали мы действия вооруженных сил на 9 ноября. И 9 ноября мы провели еще несколько очень успешных операций. По существу, освобождение Шуши это как бы сломало хребет армянской армии, и она была уже полностью деморализована.
было понятно, что, взяв Шушу и находясь на Лачинском коридоре, по существу судьба оставшихся оккупированных территорий решена. Просто вопрос времени и, как говорится, напрасная трата человеческих жизней. Ну и, наверное, армянская сторона это поняла и, хоть и поздно, но приняла вот такое решение. Вот такие чувства меня охватили, когда я посетил могилу отца с чувством выполненного долга и перед ним, и перед историей, и перед народом. Финальная точка в войне была поставлена парадом Победы. Как вообще вот этот замысел реализовывался, каков был сценарий, и в любом случае это символические вещи, исторические вещи, которые было смотреться. Расскажите об этом. Да, это решение было мною принято практически сразу. После того, как Армения подписала акт капитуляции, я сразу дал распоряжение министру обороны готовить парад, и это где-то заняло месяц подготовку, потому что все были еще, как говорится, задействованы в боевых действиях. Нам надо было это подготовить, хорошо понимая, что это необычный парад. Мы и раньше проводили военные парады, но это, как вы сказали правильно, парад Победы. Поэтому он имел символический смысл и историческое значение на все будущие поколения граждан Азербайджана. И я помню, что в 2018 году, когда мы отмечали столетие создания азербайджанской армии, я, выступая на параде, сказал, что сейчас на парад принесут знамя, которое было установлено на освобожденной территории Ля-Ля-Тепе. Это бои 2016 года. И сказал тогда, что наступит день, когда мы на парад Победы принесем знамя, которое будет воздвигнуто на освобожденных территориях. И этот день настал. Мы продемонстрировали там, естественно, военную технику, прошли все, кто участвовал в войне. Мы продемонстрировали такую вот стену из трофейных номеров военных грузовиков и военных машин армянской армии. Почему мы это сделали? Потому что после Первой Карабахской войны, когда люди убегали, они нам не дали время, которое мы им дали на уход. Когда убегали и бросали свое имущество, и в том числе личные автомобили, они вот из номеров личных автомобилей сделали в одном месте стену в качестве унижения азербайджанского народа. Хотя по существу это была стена, говорящая об их военных преступлениях. Потому что воевать против мирного населения, тем более вот так демонстративно показывать награбленное, это военное преступление. Но это им сходило с рук. И они это демонстрировали туристам, они это демонстрировали разного рода политикам, которые незаконно посещали этот регион в период оккупации. Поэтому мы им должны были ответить. Но мы ответили тоже достойно. Мы сделали это панно, оно сейчас демонстрируется в парке военных трофеев. Полностью из всех брошенных трофейных незахваченных грузовиков. Военных. Военных, да, совершенно верно. На котором написано «Карабах – это Азербайджан» и восклицательный знак. Это, я думаю, была вот такая кульминация этого парада. Ну вот вы упомянули парк военных трофеев. Это тоже в определенной степени символизм, потому что техника, которая там представлена, ну, она достаточно серьезная техника. И как бы это не была война легкая, это была тяжелой войной. Это была война потенциалов, война, я бы сказал, идеологий. Война потенциалов. И с одной стороны, это была справедливая освободительная война, с другой стороны, война за чужое, за не свое. Вот парк военных трофеев, он какой символизм и для чего был создан?
Ну, в первую очередь, это демонстрация нашей победы. Это демонстрация именно победы, достигнутой в тяжелых боях. Потому что я еще раз говорю, что мы ни в коем мере не должны были и никогда не недооценивали противника. Они были очень хорошо вооружены. И там демонстрируется, естественно, малая часть того, что было уничтожено и захвачено. А полный перечень всех трофеев и уничтоженной военной техники, я его озвучивал, имеется в прессе. Поэтому, в первую очередь, это демонстрация победы, это дань уважения погибшим, это воспитание молодого поколения, поколения людей, которые будут жить уже как представители народа-победителя. Это совершенно другие эмоциональные чувства, совершенно другое состояние. И, может быть, людям, которые не испытали на себе все тяготы оккупации, физические, моральные муки, постоянное чувство несправедливости, постоянное чувство ущемленности, трудно понять вот те чувства, которые испытывает азербайджанский народ, который за 44 дня превратился из народа, который был изгнан со своих земель, в народ-победитель. Это серьезное чувство. Вот это также один из символизмов этого парка в том, что мы не забывали никогда эту войну. И я неоднократно говорил, что да, война закончена, мы готовы перевернуть страницу, мы готовы даже начать работу над мирным договором с Арменией, но мы никогда не должны забыть период оккупации, не забыть наших жертв, безвинных жертв Ходжалы, наших погибших и гражданских, и военных. И для того, чтобы вот эта память навсегда сохранилась, этот парк, он нужен. И также там, хоть и немного, но также и демонстрируется вот бесчеловечное отношение армянских командиров к своим военнослужащим. Когда мы находили в брошенных окопах, привязанных цепями, понимаете, к этим местам людей, в военных грузовиках, которые там были уничтожены, мы находили шоферов, которые привязаны цепями к рулю, чтобы они не убежали. Но это же просто варварство. И это должны знать все. И их покровители, те, кто их, как говорится, пропагандировал на протяжении всех лет оккупации, и наши граждане. То есть это имеет большой такой символический смысл. И мы выбрали место, наверное, самое лучшее в городе. Это место давно пустое. Там раньше располагались какие-то постройки хозяйственные, какие-то предприятия. Раньше этого места не было бульвара. Мы, когда построили бульвар в том направлении, это место очистили и просто держали, думали, что пригодится. Ну вот и пригодилось. И там же рядом уже утвержден проект музея войны, музея победы. Там же рядом будет и построен уже, наверное, в ближайшее время мы начнем строительство Музея Победы. Азербайджан залечивает раны войны, и что поражает — темпы. Я был, вот посещал Физули, Агдам. Ну, ощущение, как после ядерной бомбардировки уничтожены фундаменты буквально. Ни одного уцелевшего здания. Единственное, в Агдаме мечеть, но она использовалась как армянскими военными, минареты для корректировки артиллерийского огня. Все остальное уничтожено. Физули стерты. Десятки городов, тысячи деревень. И вот на этом фоне Физули, новый международный аэропорт, дорога Физули, Шуша. Абсолютно прекрасно. Новые темпы, прямо скажем, потрясающие. Как вот уже есть... Это первые такие примеры. В какие примерно сроки вы планируете восстановить, вернуть жизнь, вернуть
беженцев, вынужденных переселенцев. Это более 1 миллиона человек фактически, кто лишился своего крова. И наряду с этим, как вам видятся перспективы и на основе каких принципов мера стабильности в регионе Южного Кавказа? Да, вы совершенно правы. Мы взяли очень такие быстрые темпы. И главная цель, чтобы побыстрее вернуть бывших беженцев и переселенцев, они ждали слишком долго. Но я уже говорил об этом. Еще раз хочу сказать, что главным нашим препятствием, главным соперником является время. Просто физически мы не можем это сделать за 1 год или же там за 1.5 года, поскольку там, вы сами видели, там ничего нет. И причем везде, вот сотни километров я проехал из Баку, от Физули, Джабраил, Зангилан, Губатлы, Далачина, все разрушено, сотни километров. В другом направлении, значит, со стороны Кельбеджера, Лачина, все разрушено. И масштабы разрушений таковы, что просто поражают. Это же территория, равная территории Ливана. Но представьте, надо будет построить, как бы территорию обустроить, которая является, ну, не самой маленькой в мире страной Ливан. Вот для просто представления этого. И ведь там нет ничего. Ни дорог, ни света, ни газа, ни воды, ничего. Абсолютно все разрушено. И это было разрушено не во время Первой войны, а во время оккупации. Они по кирпичику разбирали это. С одной целью, чтобы мы туда никогда не вернулись. А с другой целью они это использовали, эти камни продавали. Они даже надгробные плиты продавали. Сбивали надписи умерших азербайджанцев и продавали в Армению. Значит, делали из них надгробные плиты для своих умерших. То есть масштабы вот такого вандализма, они просто зашкаливают. Если выкапывали мертвых, вытаскивали золотые зубы, переплавляли и продавали. Ну, представьте, это кому в голову придет такое? Вот с кем мы столкнулись и что мы победили? Я говорил, мы не просто восстановили территориальную целостность, мы победили огромное зло. Надеюсь, что никогда больше это зло голову не поднимет. Во всяком случае, мы не дадим это поднять голову. Поэтому сейчас идут масштабные работы, в первую очередь электрификация. Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории. Уже восстановлены гидростанции объемом 20 мегаватт в Лачине, Кельбеджаре и в Сугу-Ушане. Они уже дают энергию, уже несколько подстанций построено. Дороги строятся во всех направлениях. Ну, дорога Победы в Шушу, потом вторая магистральная автотрасса Физули-Шуша, которая будет короче. Дороги до армянской границы в Зангилане, Кубатлы, туннели из Гёй-Гёля в Кельбеджар. Я недавно был там, инспектировал. Плюс дорога из Физули в Агдам, из Физули в Гадрут, в Джабраил. То есть связь между этими городами. Мы выделили в этом году только на программу восстановления освобожденных территорий 1,3 миллиарда долларов, из которых, я бы сказал, еще где-то 1 400 000 не распределено, потому что мы соблюдаем все процедуры, тендерные процедуры, ну, планирование, проектировка. Вот. Значит, город Агдам уже начал восстанавливаться, генеральный план утвержден, город Шуша, генеральный план утвержден. В Шуше вот недавно я заложил, значит, новый жилищный комплекс на 25 домов. Думаю, в течение года, максимум 1.5, они будут построены, и мы сможем уже вернуть шушинцев. Но еще большая проблема – это минные поля. Те карты минных полей, которые в небольшом количестве армянская сторона нам передала, их достоверность где-то 25%. Но большую часть карт минных полей нам не передают, поэтому это
очень, значит, такая трудоемкая работа. Ее быстро не выполнишь. Сколько бы ни было у тебя средств, нужно время. И, конечно же, вот такие точечные проекты, как одно, значит, Smart Village, умное село в Зангеланском районе. Сейчас в других районах мы по одному пилотному проекту будем осуществлять, чтобы уже могли возвращать людей. Я не хочу давать сроков, но я думаю, что... не думаю точно, в Зангелан первые переселенцы вселятся в следующем году, может быть, даже к концу этого года. Что касается других сел, тоже, может быть, в течение года. Ну, а крупные города, наверное, займет время. Но мы будем планировать поэтапное, значит, строительство, поэтапное заселение. Но это тоже очень сложная работа, не только в плане строительства, но и потом и логистики, и потом обеспечение работой, средствами для существования, земельными участками, техникой. Это очень большой объем работы, который мы выполняем сами за счет своих собственных средств. Мы не обращались ни за какими кредитами. И если кто-то хочет помочь, конечно, мы будем рады. Но если нет, это то, что мы должны сделать сами. Перспективы вот ситуации на Южном Кавказе? Перспективы, да. Перспективы вот в основном зависят от позиции армянской стороны. Мы свою позицию высказали. Мы готовы начать процесс делимитации государственной границы. Мы готовы начать работу над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, потому что он нужен. Война окончена. Нагорно-Карабахский конфликт остался в истории и навсегда. Поэтому нужно выстраивать нормальное взаимодействие. Сейчас, как вы знаете, трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана, Армении работает. То есть работа по будущему региона ведется, хотя и со сложностями. Армянская сторона на полтора месяца, даже на 2,5 месяца взяла тайм-аут, вот только 17 августа возобновилась деятельность рабочей группы. Мы готовы двигаться в плане нормализации отношений, но пока позитивных сигналов с армянской стороны нет. К сожалению, до сих пор поднимаются вопросы о статусе Нагорного Карабаха, что совершенно бесперспективно и, я думаю, вредно и опасно для Армении в ее нынешнем таком плачевном состоянии, потому что они не должны забывать уроков Второй Карабахской войны. Если Армения будет продолжать иметь территориальные претензии к Азербайджану, трудно будет Азербайджану воздержаться от территориальных претензий к Армении. У нас больше оснований для этого в плане исторической принадлежности того же Зангезура или того же региона озера Гюйча, больше исторических предпосылок для территориальных претензий. Мы же их не предъявляем. Почему Армения, будучи побежденной, подписавшей акт капитуляции, считает себя вправе говорить о каком-то статусе для Нагорного Карабаха? Статусе для того, чего нет. Нагорного Карабаха нет. Есть Карабахский экономический район, есть Восточно-Зангезурский экономический район. Это наша территория. И нам определять, какие административные единицы у нас могут быть. Это только нам, никому больше. Ни одной другой стране, тем более Армении. Поэтому я думаю, что вот эта продолжающаяся вот эта вот пластинка, заезженная о статусе, о Нагорном Карабахе, это таит для Армении большую угрозу. И лучше как бы нас не злить и не раздражать, а согласиться, пока наше предложение на столе. Ведь то же самое может повториться, как и с войной. Мы же предлагали остановиться вовремя. Мы предлагали выйти добровольно. Но они не согласились, вот сейчас пожинают. То же самое может быть и вот с этой ситуацией. И я думаю, что вот те инициативы, которые сейчас обсуждаются, в странах региона, также позитивно нацелены на сотрудничество.
знаете, вот инициатива 3+3, она поддержана Россией, Ираном, Турцией, Азербайджаном. Грузия имеет возражение, значит, Армения свою позицию не высказала. Ни да, ни нет. Опять позиции нет. И если это будет позитивная позиция, то можно начать работу в этом направлении. А это, в свою очередь, ведь будет работать не только на стабилизацию и минимизацию рисков безопасности в регионе. Это будет способствовать тому, что страны региона будут сами определять свои взаимодействия, будут сами решать, как им жить. Регион избавится от какого-то внешнего воздействия. Наша позиция вот такая, мы ее демонстрируем. И не только демонстрируем, мы работаем в этом направлении. И со всеми нашими соседями, ну, за исключением Армении, у нас хорошие отношения, можно сказать, близкие, дружеские отношения. И мы ими дорожим. Поэтому, если Армения подключится к этому формату, выиграют только все. Мы на это настроены. Ну, может быть, им нужно время, может быть, такой психологический шок, который они испытали, пока что не позволяет им делать важные шаги. Потому что вся их идеология, ведь она была построена на экспансионизме, на захватничестве, на фейковой истории. Они себя убедили, понимаете, в том, что они правы. Вот в чем трагедия. Им надо сейчас жить по-новому, жить совершенно в других реалиях и понимать, что то, что было, больше никогда не будет. Трезво оценивать соотношение сил, геополитическую ситуацию, перспективу соотношения сил. Трезво оценивать, а не идти опять в иллюзии какие-то там мифологические басни. Но пока мы это не видим. Не видим. Ну, наверное, время не пришло. Надежда, как говорится, умирает последней. Будем надеяться. Я обратил внимание, что с какой бережностью и с каким высоким качеством фонд Гейдара Алиева восстанавливает шедевры мировой архитектуры, историческое наследие Азербайджана, восстанавливает культурную вот эту вот среду. Это очень важно. И, безусловно, вот эта вот работа, она заслуживает очень большого уважения, потому что восстанавливается то, что было уничтожено. Это действительно шедевры культуры, шедевры архитектуры. И вот то высокое качество, вот в частности, те объекты культурного наследия, я бы сказал, это даже всемирное культурно-историческое наследие в городе Шуша. Вот вы присутствовали с первой леди. Это тоже очень важная гуманитарная и, я бы сказал, духовная составляющая движения вперед. Да, вы совершенно правы. Фонд Гейдара Алиева уже многие годы работает в этом направлении и по другим направлениям, и по здравоохранению, по образованию, ну и по сохранению азербайджанской культуры, по сохранению традиционных видов искусства, таких как мугам, ашукское искусство. Все, без чего азербайджанский народ не может жить, и то, что мы должны передать молодому поколению, чтобы молодое поколение росло в духе традиционных ценностей, чтобы в духе традиции, уважения к старшим. Все то хорошее, что вот азербайджанский народ пронес за свою многовековую историю, чтобы это не было потеряно с учетом вот современных тенденций глобализации или же современных тенденций по деградации морали, которые мы видим, которые активно насаждаются и которые чужды не только азербайджанскому народу, но и большинству, я думаю, населения мира. А основа здесь, конечно, воспитание семейное. Основа – это, значит, искусство, литература, культура. И мы хотим сохранить. И мы сохраняем. И вот то, что мы провели фестиваль «Харбюльбюль» в Шуше, где первый фестиваль выступили представители всех народов, которые проживают в Азербайджане. Это была моя
идея, я это предложил фонду, и они это организовали блестяще, показав, что это общая победа. За эту победу умирали все народы, населяющие Азербайджан. И вот недавно восстановили дни поэзии Вагифа в Шуше, восстановили мавзолей, который был разрушен. И сейчас идет восстановление исторических памятников. Это будет продолжаться по всей территории освобожденных земель. И образовательные, и культурные, значит, проекты, они уже согласованы. В Шуше большая часть исторических памятников будет реставрирована и уже реставрируется на средства спонсоров и при инициативе фонда Гейдар Алиев. Ну и, конечно же, мы по линии государственных вложений эти работы будем проводить. Также создан фонд возрождения Карабаха, который каждый также может пожертвования внести. Что эта работа будет очень такая масштабная и созидательная, и она очень позитивно воспринимается обществом. Я знаю, как радуются люди, видя, когда вот происходят какие-то вот изменения, и жизнь возрождается на освобожденных землях. И в заключение нашего интервью, с какими бы словами вы хотели бы обратиться к российской аудитории, тем более, что вас и президента России Владимира Путина связывают очень уважительные, добрые, искренние отношения, что немаловажно в межгосударственных отношениях. Большая русская община в Азербайджане чувствует себя, наверное, может быть, как нигде в любой другой постсоветской стране. Вы известный политик и в России. Все помнят ваши блестящие выступления. К вам относятся с огромным уважением. Вот какие бы слова вы хотели адресовать российской аудитории? Спасибо. Спасибо за добрые слова. Вы совершенно правы. С президентом Путиным мы задаем такой тон и вектор развития наших отношений, которые за последние годы развивались очень динамично, развиваются и вышли на совершенно новый качественный уровень. И сейчас мы работаем над тем, чтобы этот уровень поднять еще выше. Хотя вроде бы мы достигли высокого рубежа, но тем не менее и по качеству, и по форме, и по разносторонности наших отношений сегодня идет активная работа над поднятием наших отношений на более высокий уровень. И с президентом России нас связывают очень доверительные отношения. Это очень важно между политиками, между особенно политиками соседних стран, доверять друг другу. И вот это именно то, что и существует между нами, и, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. И наши цели полностью совпадают, и хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к читателям России, чтобы они больше знали об Азербайджане и более правильно понимали и реалии страны, и суть и характер наших межгосударственных отношений. Отношения основаны на дружбе, добрососедстве, взаимных интересах, взаимной поддержке. И я очень много получал писем, телеграмм, и до сих пор получаю из России, от россиян, и во время войны, и после войны. И это письма и поддержки, и поздравления. И некоторые бывшие бакинцы, которые уехали по каким-то причинам в Россию, очень пишут, и те, кто здесь никогда не был, тоже, они как-то вот во время войны еще больше, я думаю, прониклись отношением позитивным в нашей стране. А что касается дальнейшего развития двусторонних отношений, у нас все определено. Сейчас уже 6 дорожных карт, по которым мы работаем: экономические, транспортные, энергетические, гуманитарные. Мы сейчас активно работаем над
вопросами, связанными с обменом молодежи, провести. Планировали, но вот пандемия чуть помешала, молодежный форум российско-азербайджанский, чтобы как бы, ну, не эстафету передавать, пока еще рано, но, во всяком случае, дать сигнал. Потому что, знаете, время проходит быстро, выросло новое поколение, которые друг друга уже не знают так, как мы друг друга знаем. Поэтому важно, чтобы молодое поколение граждан Азербайджана и России росло в дружбе, в согласии, что это большая ценность для нас и для России, поскольку мы соседние государства, и не всегда между соседями отношения складываются так, как между нами. Здесь, конечно, я должен сказать, что в первую очередь без ложной скромности заслуга президентов двух стран, ну и всех других членов команды и общественности. И вот такой вот показатель могу сказать, что до пандемии уже последний год более миллиона россиян приезжало в год в Азербайджан. Это показатель, потому что это выросло практически в два раза за короткое время, показатель комфортности, потому что едут туда, где чувствуешь себя комфортно, чувствуешь себя как дома. Ну и отношение к России в Азербайджане всегда было позитивным и продолжает таковым оставаться. Сейчас у нас новый какой-то вот этап, я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен сказать, что вот уже почти год прошел, и как бы совершенно идет в таком штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности. Ну, конечно, рассчитываем, что вот будет идти и процесс как бы вот и примирения между армянами и азербайджанцами. Мы тоже соседи и никуда друг от друга не уедем, поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна. И мы видим, что эта роль очень позитивная. Ну и вы отметили, что здесь большая община русская. Это, да, достойные граждане нашей страны. Они очень большую роль играют и в деле укрепления двусторонних связей. И более 340 школ с обучением на русском языке и в государствах, высших учебных заведений, факультет на русском языке, и десятки тысяч студентов и школьников обучаются на русском языке. И это, я считаю, тоже важным фактором наших межгосударственных отношений. Ну и хотел бы воспользоваться возможностью вашей аудитории пригласить россиян приезжать. Пандемия уже как бы сходит на нет. Приезжать в Азербайджан, приезжать в Карабах, в эти прекрасные живописные места, еще лучше узнать Азербайджан и укреплять нашу дружбу. И успехов, конечно, россиянам во всех делах. Спасибо. Я хотел бы выразить слова искренней благодарности за то, что в своем плотном графике вы нашли время для такого подробного, эксклюзивного, большого, я бы сказал, системного интервью, где, наверное, многие вещи прозвучат впервые и являются абсолютно новыми. Со своей стороны, от имени и себя, редакции нашего журнала, и, я думаю, вот десятков миллионов граждан России, выразить пожелания процветания, развития Азербайджану. Ну, а лично вам, знаете, так устроен современный мир, что вот эта военная победа, она объективно выдвинула сегодня Азербайджан в число тех стран, на которые смотрят очень многие. Знаете, фактор военной победы, особенно вот в этой ситуации, когда для очень многих было неочевидно, чем это кончится, для вас было понятно, очевидно, но для многих это было неочевидным. И то, что Азербайджан сегодня выдвинулся в число вот тех стран мира, на которые смотрят, за которыми следят,
безусловно, вы как руководитель Азербайджана, сегодня политик, я бы сказал, звезда первой величины на политическом небосклоне, пожелать вам, вашей семье здоровья и чтобы наши отношения между Россией и Азербайджаном укреплялись, развивались. Рассчитываем также и на такой немаловажный фактор, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами будет продолжено. Мы знаем, что вот эти цифры, более 5 миллиардов долларов современного российского оружия, которое приобреталось, тоже были положены в основу вот фундамента военного потенциала. Рассчитываем, что и это направление будет продолжено. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Также хотел бы разделить также еще раз мнение о таком дружественном характере наших отношений. И по всем направлениям у нас идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки. Сейчас уже технические группы изучают новые возможности. Мы некоторые заявки уже подали. Так что сотрудничество в этом направлении тоже будет развиваться. И еще раз хочу сказать, что мы уверены в том, что в будущем сотрудничество между нашими странами будет идти по нарастающей. Спасибо.